встречах быстрых атак, а гости предпочли контратакующую игру, выставив вперед Баджа и Убнера. Хозяева преуспевали больше, опасные моменты у ворот Бреши возникали часто, но Инзаги и Дель Пьеро так и не смогли отличиться. Отлично играл и чешский голкипер Бреши Срничек, несколько раз поставивший в тупик нападающих Юве. Подобных проблем не испытывал Дзамбротта после розыгрыша углового, забивший пушечным ударом один из самых красивых голов за последнее время. Встряхнувшийся Убнер ответил не менее сильным ударом, но Ван дер Сару просто повезло. Почти все остальное время черно-белые атаковали, но забить не удалось ни Дзамбротте, которому здорово подыграл Дель Пьеро, ни самому Дель Пьеро, бившему через себя. А вот гости неожиданно сравняли счет. За несколько минут до финального свистка Роберто Баджи, продемонстрировав привычно блестящую технику, привел трибуны в растерянность.